Hello, everyone! Всем привет! Итак, мы сегодня посмотрим новую группу. Меня также об этом попросили сделать. Реакцию на группу Black Orchid Empire. И на песню Danny the Sun. В общем, это группа из Великобритании. Они играют рок-метал. Рок-метал, в общем, играют они. Вот, они недавно выпустили вот новую песню. И также эта группа гастролирует по Европе, Великобритании. У них скоро, кстати, будет... Альбом будет выходить 14 апреля, мой день рождения, вот. Так что давайте сейчас посмотрим, как это будет все звучать. Честно, я не знаю, как будет вот этот именно прог-метал звучать, как это представляется вообще, пока без понятия, вот. В общем, перед этим, пожалуйста, прошу вас подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. Все, и как бы я только-только начала, наверное, проникаться к этой песне, она так резко оборвалась. Ну, в общем, очень даже круто звучит. Вот обычно, как бы, Великобритания знаменита, что металкор, очень много групп, которые играют металкор, а здесь что-то вот уже другое, и оно воспринимается по-другому. Вот поначалу мне показалось, что вот именно вот начало песни, что похоже на Slipknot.
Вот, я думала, значит, что-то будет в этом таком стиле, да, дальше. И потому что как-то голос вокалиста тоже был немножко похож, но потом ушло совершенно от этого, и уже не так стало, не так было похоже на Slipknot, а у них вот уже свое какое-то звучание. Но это даже очень интересно, потому что как бы ожидаешь одно, а мы получили очень даже замечательную песню, очень классно. Мне также понравилось, что там есть такие восточные нотки. Это всегда, кстати, в песне, срок песнями, вернее, даже срок жанром, звучит очень круто и прям очень здорово, я не ожидала. Вроде бы эта песня как бы должна быть тяжелая, но она не совсем была тяжелой в плане гитары, музыки, вот именно по звучанию. Какое-то такое расслабляющее, можно сказать. Не знаю, какие они еще песни сочиняют. Я так понимаю, что у ребят это не первая песня, потому что мне, по-моему, еще скинули две, я так понимаю, для ознакомления. Вот, ну, вот прям очень здорово. Интересно послушать, какие другие есть у них. Вот, но прям удивили, правда удивили. И клип тоже такой, ну, он как-то футуристичный, что ли, показался мне, вот. Но да, вот у них, кстати, есть еще другие песни. Не знаю, посмотрим, как вам зайдет эта группа. Если понравится, то я думаю, что я, наверное, еще сделаю какие-нибудь потом реакции. Но я смотрю, эта группа очень давно играет, потому что у них есть и клипы 6 лет назад вышел. Вот, ну, самый такой, да, старенький клип. Вот, показывает 6 лет назад. Потом 2 года, год. Вот. Кстати, напишите, знаете вы эту группу Black Orchid Empax? У них название прикольно переводится, Империя Черной Орхидеи. Вот. Но прям даже удивительно, правда. Вот я могу сказать, что меня эта группа удивила, потому что я не ожидала, что такое будет звучание. И голос приятный вокалиста, и мелодия тоже очень приятная. Прям как-то вот тебя реально расслабляет, такой прям магически создает эффект, это по моему мнению. Вот, но это прям очень здорово. Я могу прям поставить 10 из 10 и за клип, и за песню, и прям круто. Напишите, кстати, в комментариях, какие вам, кстати, больше все-таки нравятся песни в рок именно жанре, в плане такие более легкие, либо наоборот, более тяжелые. Вот мне интересно будет почитать ваше мнение. Вот, так что я очень прошу поддержать мое видео, прошу очень поддержать видео ребят, потому что я оставлю ссылку, вы, пожалуйста, переходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь там на канал и пишите комментарии. Пишите, нравится вам такая, не нравится, это будет очень здорово, очень большая поддержка ребятам. Вот, ну и про мое, конечно, видео не забывайте. Спасибо большое, кто посмотрел видео, вот, поэтому пишем комментарии. Мне очень важно, чтобы вы это делали, писали, чтобы продвигать видео вперед. Очень прошу, чтобы вы смотрели все мои видео. Также прошу вас, пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Тем более, есть группы, которые я тоже не знаю, как и вы, и может вам понравится. Вы также разошлете друзьям, и кому-то тоже из ваших друзей понравится, и в эту же группу появятся другие фанаты, и это будет плюсом для группы, чтобы их больше слушали, больше узнавали, и начали они больше гастролировать, и вдруг заедут к вам в ваш город, там, страну и так далее, и вы побываете на их концерте. Это очень важно, так что прошу поддержку очень сильную. Вот, также подписывайтесь на Boosty, Patreon, очень тоже это все важно. Вы также можете там про видео узнавать намного раньше, чем на YouTube и остальных каналах. Вот, также подписывайтесь на Яндекс.Дзен, на YouTube, это тоже будет большая поддержка. Если хотите поддержать мои финансы, это в описании все ссылки. Ну и, естественно, подписывайтесь на все социальные сети и на Telegram, там с вами я общаюсь. Ну а с вами увидимся в новом видео. Всех обнимаю, всем пока, бай-бай!